Здравствуйте, уважаемые покупатели! Это более расширенный обзор новых стрел Bowmaster Adrenaline в сравнении с предыдущими стрелами. Это Patriot, Blackout и Nimrod. Сначала пару слов о самих стрелах Adrenaline. Собственно, они, как и все остальные, комплектуются таким же сменным 100-грановым наконечником с стандартной резьбой, то есть вы сюда можете закрутить и любой другой, в том числе охотничий. Это алюминиевый инсерт вклеенный, хвостовичок типа Moonnock, 4-дюймовое оперение в форме параболик. В чем их отличие с предыдущим по стоимости, значит, стрелами? Это Blackout и Patriot. Во-первых, это немножко другой материал. То есть, если Blackout и Patriot – это чисто карбоновые древки, то в адреналине есть примесь стекловолокна. За счет этого происходит удешевление, поэтому они, ну, довольно-таки существенно дешевле, чем чисто карбоновые стрелы. При этом не сильно сказывается на характеристиках полета, на своих качествах, то есть по прочности они уж точно не уступают. Есть некоторые вопросы по развесовке, то есть если вы берете несколько патриотов 20-х, то разница по массе между ними будет довольно несущественна, там в районе 10 грамм. У адреналитов этот показатель достигает 15 грамм, то есть немножко они более бьют по массе. Еще одно отличие, которое вытекает из разного материала, то, что адреналины тяжелее, чем патриоты и блэкауты. Если и патриоты, и блэкаут в среднем 385 грамм весят, то здесь у нас 450. Что дает такая большая масса? Стрела лучше сопротивляется ветровым нагрузкам боковым, она имеет большую кинетическую энергию запасенную, но при этом снижается прицельная дальность. То есть более легкой стрелой можно выстрелить немного дальше, нежели более тяжелой. Но поскольку эти стрелы не предназначены для каких-то спортивных стрель там, на 100 метров и более, соответственно, это не так уж и страшно. В чем отличие со стрелами Bowmaster Nimrod? Ну, Nimrod, в принципе, более высокого класса стрелы, чем даже Patriot и Blackout. Они были разработаны именно для охотников, для тех, кто занимается охотой. У них облегченный вес до 340 грамм. Таким образом, можно максимальную скорость получить от стрелы, ну и, соответственно, максимальную пробивную способность. Комплектация у них совершенно одинаковая, все то же самое. То есть главное отличие – это трубка. И вот за счет трубки у них и отличается цена. Еще одно отличие в том, что адреналин поставляется как 20-дюймовым, так и 16-дюймовым. При этом 16 дюймов в продаже есть только у Nimrod. Вот, у патриотов временно недоступен в продаже, у блэкаутов 16 дюймов не было в принципе. Соответственно, для владельцев рекурсивных арбалетов выбор только между адреналином либо Nimrod. В целом, адреналины показали себя очень хорошо на тестах, и мы думаем, что это будет новый бестселлер, особенно учитывая текущую экономическую ситуацию, потому что все-таки адреналины, они заметно дешевле.